В Макшинском районе Приоралья создали индустриальную зону. 15 гектаров земли с готовой инфраструктурой обошлись местному бюджету в 115 миллионов тенге. Построены дороги, проведено 5 километров линии электропередачи и 2,5 километра водопроводных сетей. Сейчас на производственных участках началась реализация двух проектов по выпуску строительных материалов. В ближайшее время планируется открыть цех по изготовлению мебели и базы для хранения и транспортировки товаров. По словам руководства района, ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов из других регионов страны. Рассмотрены и одобрены 4 проекта. Реализация двух из них уже начата. Сегодня в районе количество субъектов малого и среднего бизнеса растет. Индустриальная зона с готовой инфраструктурой даст возможность открыть новые промышленные объекты. В целом мы планируем реализовать на 15 гектарах не менее 15 проектов.